Нет ничего важнее собственной крыши над головой для молодых людей, вступающих в жизнь. Государственная краевая целевая программа «Дети Кубани», которая успешно реализуется в Краснодарском крае, обеспечила за последние годы собственным жильем тысячи кубанцев. В их числе было много жителей нашего муниципалитета. За последние 11 лет по действующей государственной краевой целевой программе детям, сиротам и оставшимся без попечения родителей в районе было выдано 236 квартир. На приобретение жилья потрачено около 250 миллионов рублей. И в нынешнем году программа хорошо работает. Убедительное доказательство этого – очередное вручение ключей от квартир 6 новоселам. Эта программа финансируется уже много лет. Вы услышали, более 200 квартир наши дети получили. Я считаю, что это очень важно, потому что образование, крыша над головой – это, наверное, основные фундаментальные вещи, которые должны быть у всех наших детей. Вы станете обладателями вот красивых, современных, новых квартир. И надеюсь, что жизнь у вас после того, как вы приобретете собственное имущество, она где-то станет легче. Всех приглашенных от имени Совета Славянского района сердечно поздравил его председатель Григорий Литовка. Роман Иванович со своей командой приложили все усилия для того, чтобы вы получили вовремя квартиры. Знаете, вот жилье – это, наверное, самое основное. Никакие автомобили, никакие там другие ценности не перевесят то, что вы сегодня получаете. Это основа основ. Цените, берегите, приумножайте. Пусть в ваших домах рождаются дети, пусть будет уют, тепло. Глава Славянского района Роман Синеговский вручил молодым людям долгожданные ключи. За участие в судьбе детей-сирот Романа Синеговского от имени новоселов поблагодарил Андрей Шульга. Он был очень рад, что стал обладателем отличной квартиры. Я хочу создать свою семью, свое будущее, и я буду стараться, стремиться к этому. Но вот квартира мне очень в этом поможет, так как у меня есть где жить. Ну, так что так. Всем спасибо, кто помог мне получить ее. Новая страница в жизни открылась перед Галиной Кривонос. Это событие вселяет в нее оптимизм и надежду на лучшее. Сейчас открывается новая страница в моей жизни, ведь получение квартиры, своего жилья – это очень большое достижение для меня, и думаю, что теперь все будет только лучше. Квартира находится в очень прекрасном поселке городского типа. Этот дом был построен в этом году. Квартира уютная, с хорошим ремонтом. В районе расположена очень близко садик, школа, что очень поможет мне, потому что у меня есть сын. И очень благодарна всем тем, кто помог. Спасибо. Теперь у нее и других участников краевой программы есть собственное жилье, что открывает перед ними новые возможности для спокойной и благополучной жизни. Главное – стараться, и все у них получится, уверены новоселы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».